Слава Иисусу Христу! Сегодня 17 марта, второе воскресенье Великого Поста. Сегодня мы собираемся на воскресную Евхаристию, которая умножит в нас любовь и придаст силы идти дальше. Давайте послушаем Слово Божие. Свят Христа! Чтение Евангелия от Луки. После сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, зашел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белой, блистающей. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были своим сном, но пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Илии». И не зная, что говорил, когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Когда был глас сей, остался Иисус один, и они умолчали, и никому не говорили в те дни о том, что видели. Слово Божие. Благодарение Богу. Три мысли насчет сегодняшнего Евангелия. Во-первых, преображение Господне для этих трех учеников, которых Господь собрал с собой, является моментом огромной близости с Господом, близости, которая укрепляет их веру перед тем, как Он будет страдать в Иерусалиме. Знаете, это тоже подсказка для нас. Когда приближается какой трудный момент в нашей жизни, и когда он уже пришел, нам нужно помнить о этих моментах близости, которые Господь дал нам в нашей жизни, вспоминать их, потому что они укрепляют нашу веру. Но чтобы было ясно, в чем заключается это укрепление? Наша роль не в том, чтобы что-то делать, как Петр: «А давай поставим, наставник, хорошо, что мы здесь, сделаем три кущи». Нет, нам не нужно ничего делать, нам нужно просто осознать перед Господом нашу беспомощность. Нам нужно сказать Господу, какие мы хрупкие люди, и ждать, и вспоминать, как Он позаботился о меня пораньше, и восхищаться Его любовью, и восхищаться тем, как Он меня любит. Это самое важное, потому что только любовь, и это третья мысль, только любовь преображает. Вот Господь преобразился и слышал, вот и был с облака глас глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный». Только когда мы будем испытывать этот факт, что Господь, что Бог, наш Бог, говорит мне так, что ты сын мой возлюбленный, что ты дочь моя возлюбленная, только в тот час мы преобразимся. Если мы будем думать, что это возможно сделать нашими силами,
Если мы будем делать, что вот мои стремления могут дать такой результат, это всегда обман и это всегда неправда. Господь, Он единственная наша надежда и единственное прибежище.